Друзья, приветствуем вас на канале SkyBit. И этот выпуск будет про варганы. А конкретно я хочу поделиться обучающей идеей, ритмичной идеей. Небольшая предыстория. Варган — это очень разносторонний музыкальный инструмент. На нем можно играть ритмично, можно пытаться как бы вести мелодию за счет обертонов. Можно играть с кем-то, можно отдельно. Есть разные стили игры, это целая вселенная. И все, и конец, занавес. Это целая вселенная, но я хочу чуть-чуть больше рассказать про ритмичную вселенную. Из-за того, что мой опыт игры в музыке, он больше связан с ритмичными музыкальными инструментами. Хендпаны, язычковые барабаны. Вот учусь чуть больше года на иранском барабане играть. И в коллективе часто на варгане играю больше как именно такая ритмическая партия, потому что нам нужен ритм конкретно в коллективе. Поэтому я и рассказываю про эту часть, но она не единственная. И расширяйтесь, смотрите разные, изучайте разные стороны игры, но я расскажу про ритм, это моё самое любимое. И вторая, это вот первая причина, почему про это говорю. А второе — это... Из того, что я вижу варганного, существующего вообще как бы в сообществе на виду, а я, возможно, не все вижу, но то, что на виду, оно часто, ну, условно говоря, я огрубляю как бы информацию, оно немножечко однообразное. И мне бы самой, как слушателю, хотелось бы разнообразия. Его один из самых легких способов его достичь — это развитие разных ритмических идей. Одно из них я сегодня поделюсь, а вообще есть очень глобальный план, но про них не буду рассказывать. Когда сделаю, тогда расскажу. Первое. Смотрите. В идеале возьмите какую-нибудь бумажку, листочек, я буду как бы рассказывать, а вы себе пометьте, и потом, ну, чтобы информация была как бы видна, легко ее было повторить. Мы возьмем очень распространенный ритм, как стартовый, и потом начнем его видоизменять. Это ритм, у которого восточное название мальфуф, но вообще он есть и в европейской музыке, и его автоматически почти любой варганист играет, просто он не знает, что это такое. Это ритм с конфигурацией раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Сейчас покажу. Чуть-чуть теория, просто чтобы вот как раз он начал не просто быть... Вот мы его часто на слух ловим, люди просто... Но они как бы не знают, что они делают. И вот хочу сделать, чтобы эта информация полностью стала структурированной. Это ритм, у которого длина 8, тут как бы 8 долек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три из которых это пики, акценты, слышные нам. Ту, ту, ту. И за счет этого он и построился. Ритм всегда строится, вот это у него есть длина, есть акценты, сильные доли, слабые акценты, бла-бла-бла и так далее. В этом ритме три пика. И они разбивают вот эту восьмерку на три группки. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. И этот ритм, он встречается повсеместно. Но если взять его за отправную точку, посмотреть, вот расписать себе на страничке, и немножечко, так сказать, с разных углов его повертеть, то можно добыть из него очень интересные моменты. Первое. Я ничего не меняю. Вот у меня как было 3-3-2. Эти группки я оставляю, но я их перемещаю, поменяю места их. Было 3-3-2, станет 2-3-3. Раз-два, раз-два-три, раз-два-три, раз-два, раз-два-три, раз-два-три. Вот попробуйте прям где-то в голове раз-два, раз-два, три, раз-два, три, раз-два, раз-два, три, раз-два, три. То есть вот эти три группки на раз я бью. Раз-два, раз-два, три, раз-два, три. Если привыкли, то можно делать прикольные как раз комбинации, сочетания. Первый раз играть как было, 3-3-2, второй как стало, 2-3-3. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, три.
И второе, чтобы вам как бы вот было слышнее различия, я специально буду где-то, допустим, первый ритм вести там с одной звуковысотностью, а на другой как бы переключаться, чтобы вы видели эту границу, потому что вначале на слух может быть непривычно. Вот так вот, то есть первый как бы басово, а второй высоко. Вот, я надеюсь, слышите. Но потом я прям так линейно действовать не буду, просто в моей голове это формируется как бы не вот один ритм, а вот второй, а как бы фраза просто удлинилась. Мысль стала как сложно подчиненное предложение. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. То есть как бы начало мысли там, а конец там. Это все один такт, длинный. И попробую, вот я уже к этому привыкла, попробую это сыграть быстрее, чтобы это как бы стало вкуснее информации, чтобы вы захотели этим позаниматься. Заводной, как бы не. А теперь давайте вот для примера. Я все время буду по-одинаковому играть. Не вот эту длинную фразу. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, как будто зеркало поставили. А все время раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Мне уже стало скучно, то есть мне 4 повтора, я больше не могу. Слишком скучно. А вот эта фраза, она интересней. Соответственно, продолжаем модифицировать. Сейчас мы делали, перевернули ее просто с ног на голову. А теперь поменяем части местами. 3, 2, 3. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Это такой маленький челлендж. С непривычки прям вообще голова едет, потому что надо все время раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Хочется после трех опять два поставить, а нет. Три, два, три. Три, два, три. Три, два, три. Попробуем медленно. Я чуть-чуть сейчас задумалась, потому что с непривычки. Каждый раз, когда берешь другой варган, к нему надо адаптироваться. А я прям взяла, начала играть. У меня чуть-чуть не устраивает то, как я по нему бью, но бог с ним. Потому что надо приноровиться к вот этому углу на каждом варгане. В идеале чуть-чуть посидеть. Играем. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Я не знаю, я такая смешная ассоциация была. А мне нравится, когда голова их выдает, потому что тогда ритмы оживают, и ты так, о, весело. Как будто, вот представьте, полный человек, худой и полный, они его просто зажали. Вы толстячок, худенький толстячок. В метро. Когда вы в час пик залезли в метро, и его со всех сторон вот так вот окружили. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три. Интересно, то есть он вот такой группкой по-другому ощущается. Вот, условно, привыкли к первому варианту, ко второму, к третьему. И в идеале, когда вы привыкнете, как раз начать свободно манипулировать, составлять фразы, допустим, 2 раза обычно. Один раз перевернуто, 2 раза обычно, один раз вот этот ритм, который я назвала два толстяка и худой. То есть соединять части по-разному, и тогда вот как бы возникает ощущение такого разнообразного произведения, хотя по факту мы просто вертели один и тот же ритм, но чуть-чуть перемещая местами его части. Попробую сейчас что-нибудь наиграть вокруг этих комбинаций.
маленькая импровизация. И у меня вот получается такой, как бы, проанализирую все, что я сейчас сделала, потому что у меня параллельно с тем, что я играла, как бы развивалась в голове мысль. Для меня это были как бы несколько персонажей. Сначала как будто, знаете, такой стенка на стенку. Сначала первый, который раз-два-три, раз-два-три, раз-два, он как бы наступает такой. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два, раз-два-три, раз-два-три, раз-два, раз-два-три, раз-два-три, раз-два. И второй такой, а нет, он начинает ему давать отпор. Раз-два, раз-два-три, раз-два-три. Вот этот второй появляется. То есть три раза первый, ему навстречу второй, типа, оп, стычка. Это действие повторилось. Потом можно было сделать наоборот, допустим, второй персонаж себя показывает трижды, первый на него наступает, а потом они как бы как два барана такие. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два, раз-два, раз-два-три, раз-два-три. Такое как противостояние, вот как вот реально как два барана, как стенка на стенку. Один, другой. И там появляется такая разрядка, третий персонаж такой, который всех усмирит. Раз-два-три, раз-два, раз-два-три, раз-два-три. Такой по-другому. Это все начинает оживать в голове. Придумываешь на это какую-то историю, что опять это не просто цифры и ритмы, а вот это персонажи, и между ними завязывается взаимодействие, и становится интересно, ты сам думаешь, так, сейчас кому дать первенство, кто победит, ну и так далее, и вот музыка оживает, она прикольной становится. Мне это легче всего делать через ритмы, хотя тоже вы могли услышать, что, ну, кроме того, что ритм меняется, меняется звуковысотность. Тара-та-тара-та-тара-тара-тара-тара-тара-та. Как бы мелодичность идет тоже. Вот. Но это видео было про смену конфигурации внутри ритма, чего я вам желаю попробовать, чтобы как раз обогащать свою игру и делать вот эти разные интересные вставки.